И начнем с сезонного происшествия. И это пешеходы-невидимки на малоосвещенных дорогах в селе Сывалим Алмышского района. В потемках водитель Митсубиси как раз-таки не заметил мужчину и сбил его. Пострадавший получил серьезные травмы. Подробности этого и других дорожных происшествий за минувшие сутки в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 7 октября в 18:40 в селе Сывалим Алмышского района. По предварительным данным, 38-летний водитель Митсубиси «Каризма» наехал на 37-летнего пешехода. Мужчина шел по краю дороги в попутном направлении, а должен был навстречу. Удар получился сильным. На иномарке разбилось стекло и сломалось зеркало. В итоге пешеход получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В Кирове на улице Солнечной сбили еще одного пешехода. По предварительным данным, во дворе 14-го дома 48-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz двигалась задним ходом и не заметила 39-летнюю женщину. Последняя травмировалась, ей вызвали бригаду скорой помощи. Возле 9-го дома по улице Калинина пострадал еще один пешеход. По предварительным данным, 33-летний водитель «Лады Гранта» наехал на 29-летнего мужчину, который стоял у края проезжей части. На место аварии также приехали медики, чтобы оказать пострадавшему помощь. В Кирове на улице Энергетиков произошло ДТП с участием грузовой машины. По предварительным данным, 59-летний водитель «Мана» наехал на стену здания. От удара пострадал не только грузовик, но и, на удивление, шофер. Он обратился за медицинской помощью. По информации ГИБДД, госпитализация мужчине не потребовалась. На улице Ленина у 82-го дома произошла авария с участием общественного транспорта. По предварительным данным, в салоне троллейбуса упала и получила травмы 79-летняя женщина. По информации ГИБДД, пенсионерку не госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия.